Товарищ вице-адмирал, войска Керченского... Здравствуйте, товарищи спасатели! Здравия желаю, товарищ вице-адмирал! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Заместитель командующего Черноморским флотом от победы! Дорогие ветераны, уважаемые кирчане и гости города-героя, начинается праздничное прохождение парадным маршем частей и подразделений Черноморского флота, посвященное 60-летию. Парадом в строю идут военнослужащие погранвойск. Во главе парадного вновь участника Великой Отечественной войны. Героя Советского Союза старшина Краснов и лейтенант Антон Бобыш. Промщица экипажа возглавляет отличники боевой подготовки. Командир машины. Боевая машина под командованием старшего сержанта Евгения Василенко. Александр Скорик, водитель, матрос Андрей Старолопанов. Замыкает колонну бронетранспортера. Поэтому не случайно получила название «Рагира». Алексей, сонный эпизод парада военной техники. К трибуне приближается. Парадной колонии идут транспортно-заряжающие машины на базе ВАЗ «Шуманов». Замыкает парадную колонну военной техники оркестр военной заслуги.